Эффектный, нарядный, по-настоящему вкусный, блинный, закусочный пирог. В миске разбиваем 2 яйца, добавляем соль, сахар и хорошо перемешиваем. Вливаем молоко и крутой кипяток. Просеиваем сюда муку, хорошо перемешиваем, добавляем немного подсолнечного масла и вымешиваем, чтобы не было комочков. Обжариваем на сковородке с двух сторон. Теперь берем куриные бедра, добавляем подсолнечное масло и любую приправу для курицы. Обжариваем на сковородке с двух сторон. А пока обжаривается курица, мелко нарезаем лук и морковку. Затем достаем курицу, мелко нарезаем, а в сковородку отправляем жарить лук с морковкой. Слегка обжариваем и добавляем сюда мелко нарезанные шампиньоны. Обжариваем до готовности грибов. Затем все смешиваем в одной тарелке, добавляем сюда тертый сыр, перемешиваем и берем круглую форму. Сверху выкладываем и в центр блины, а вовнутрь трамбуем начинку. Делаем так 2 слоя, закрываем крышкой из блинов, делаем сеточку из майонеза, подсыпаем сыром и убираем в духовку 200 градусов на 20 минут. Получается красиво, сытно и очень вкусно. Всем приятного аппетита!